Роспотребнадзор по Республике Тыва проинформировал о ходе прививочной кампании против гриппа. В связи с началом сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями главным врачом лечебно-профилактических организаций Республики при содействии органов местного самоуправления, социальных служб, руководителей министерств и ведомств, руководителей организаций и учреждений необходимо завершить иммунизацию против гриппа в кратчайшие сроки. Также необходимо проводить широкую разъяснительную работу с населением о мерах личной и общественной профилактики гриппа ОРВИ, внебольничных пневмоний и о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания. Эпидситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории республики стабильная. С регистрацией неэпидемического уровня заболеваемости с тенденцией к росту заболеваемости ОРВИ по всем возрастным категориям. За отчетную неделю в республике зарегистрировано 1087 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 34,2 на 10 тысяч населения. Темп прироста по отношению к предыдущей неделе увеличился на 4%. По инициативе Всемирной организации здравоохранения во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом. В России эта традиция прижилась с 2006 года. И в течение этого месяца медики стараются привлечь внимание к проблеме ревматологических заболеваний. Сегодня заболевания суставов стали международной проблемой. По данным ВОЗ, 10% населения планеты страдает артритом. А в России, по данным Минздрава, насчитывается более 10 миллионов больных артрозом и около 300 тысяч ревматоидным артритом. Распознать такие болезни очень непросто, да и сам человек часто недооценивает всю серьезность проблемы, откладывает визит к врачу на потом, снижая свои шансы на выздоровление. С этой болью лучше сразу обратиться к специалисту. Не нужно заниматься самолечением. Препаратов сейчас очень много. Помимо какого-то положительного действия, они имеют свои отрицательные моменты, такие как портят желудочно-кишечный тракт, поднимают давление. Поэтому с любой болью в суставах лучше всего проконсультироваться у специалиста. В нашем центре с болями в суставах мы после консультации можем назначить вам какое-то обследование. Это анализы на уровень кальция, на уровень витамина D, на различные другие там, заболевания уже костно-мышечной системы. Мы проведем вам диагностику по заболеванию, направим на рентгенографию, можем сделать ультразвук суставов. И после этого уже назначим вам какое-то лечение, которое конкретно подходит вам.